Вопросы гендерной политики и усиления роли женщин в укреплении мира и безопасности обсудили на встрече госсекретарь Гульшара Абдыкаликова и региональный директор фонда ООН в области народонаселения Алана Армитаж. Гульшара Абдыкаликова отметила эффективное взаимодействие с фондом в вопросах планирования семьи, укрепления репродуктивного здоровья населения и предотвращения бытового насилия. В этом направлении уже реализованы 3 страновые программы, еще одна рассчитана до 2020 года. Как подчеркнула госсекретарь, в Казахстане намерены и дальше углублять взаимодействие с ООН уже в качестве непостоянного члена Совета Безопасности. Цель моего визита – подписание рамочного соглашения по плану реализации страновой программы. Она принята в рамках сотрудничества с правительством Казахстана и фокусируется на различных вопросах. Основные из них – охрана материнства и детства, здоровье, образование, гендерное равенство и предотвращение бытового насилия.